задней правой пассажирской двери. Передняя правая недоступна. Кровь и человек в капюшоне. Со словом местных очевидцев, это Кулешов Валерий, местный человек. Да. Сегодня у нас 20 апреля. И около 10 часов стало известно, что возле собственного дома расстреляли известного в городе блогера, с которым недавно телеканал ВТВ Плюс сделал небольшой репортаж, Валерия Кулешова. Ну вот мы видим расстрелянную машину. Стоят там люди, местные депутаты, глава ОСББ, но отказываются давать комментарии, это понятно, люди боятся. Я не знаю, выжил Валера, нет, его увезли, но соседи говорят, что вряд ли выжил. Вот такой кошмар. Ну да, стреляли по шамбулину. Наша влада приезжала муниципально. А сколько? Я не скажу. 8:40 где-то были выстрелы. Да, где-то в 9 часов. Около 9, да. Шмар.